Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Shadowfall 2! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, мы дождались этого момента! Да, ребята, Титан принимает наш вызов! Наконец-таки! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! И мы, кстати говоря, подумали, что мы совершенно не зачаровали. Мы ждали мифического зачарования и, к сожалению, не зачаровали ни кирасу нашу, ни шапку. Ни визор древних. Да, и поэтому сейчас поставим хотя бы зачаровываться, потому что, ух, чувствую я, что будет там нелегкий бой, а ребята. Что, на какой рецепт мы поставим? На средний? Что там на среднем-то бывает? Давай посмотрим. Так, на среднем рецепте у нас бывает восстановление здоровья, возврат урона, щит и неистовство. Слушай, крутая штука. Очень крутая штука, ребята. Конечно, хотелось бы на мифический рецепт зачаровать, но, к сожалению, у нас нету оружия монаха, мы так его и не получили, поэтому... Применяем! Применяем зачарование среднего рецепта, и тут, конечно, очень долго ждать, и какой-то ценник бешеный, я даже не знаю, сколько у нас вообще рубинчиков. Ну, по всей видимости, нам хватает. Ну, видимо, нам хватает. Давайте зачаровывать. Да ладно, за два! Да ладно, мы сможем... Ну что, давай купим, что поделать? Ну, конечно, перед Титаном-то, конечно, купим, ребята. И что у нас? Восстановление здоровья, это очень, кстати, неплохо. Я говорю, очень неплохо, очень неплохая штука. Так. И здесь тоже нужно применять. Хватает нам, да? Ну, интересно, сколько, да? Сколько тысяч-то у нас там вообще всего, непонятно. Я не знаю, ну это как бы такой секрет вопрос. А здесь уже 5, представляешь? Ну, ждать. Да, придется ждать, ребята. Слушай, а у нас нет случайно там за задания, за какие-нибудь не осталось? Наград? Наград, а, да. Есть, кстати говоря, одна. Представляешь? А, одна монетка, ну, всего, да? Одна монетка, а там нужно 5. Да, ребята, выполнили. Мы, кстати, все задания выполнили, ты видишь? Да, это круто, это круто. Ну а как по-другому? Да, ребята, а нет, смотри, что у нас здесь есть? Что-то недовыполнили. Затяни раунд до 90 секунд 5 раз во время затмения. Ничего себе. Это как так? Ну, нужно прям до 90 дотянуть. Мы не затягиваем, ребята, раунды. Это очень хороший показатель. И здесь у нас есть выиграть 5 боев, используя только удары руками и броски в любом режиме, кроме выживания. Ничего себе. Вот это мы, да, уже точно не пройдем. Ну, слушай, здесь есть что проходить, кстати говоря. Заблокируй все удары в противника в 25 раундах. Ну, короче, это всякие ачивки такие интересные. Давай-ка перейдем к бою. Мне уже не терпится. Мне кажется, сегодня, конечно, Титан, может, и не будет, но мы точно постараемся одолеть. Да, ребята, поддержите команду Detol большим жирным лайком. Поставьте его, ребята. Мы очень долго проходили эту игру, старались специально для вас. И поделитесь этим видео со своими друзьями. Ну что ж, идем в бой. Я, Джейн, знаю каждое твое движение, я видела все твои бои. Ты, как ты собираешься меня победить, спрашивает Мэй, но сейчас посмотрим, ребята, как мы собираемся ее победить. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego, ссылка в описании. Темная Мэй, которая прошла сквозь врата теней, сейчас против нас. И у нее мечи бабочки, что ли? Смотри, какая она интересная вообще. Она прям космос. Она очень интересная, красивая локация, ребята. У нас серпы с неистовством. Они нам немножко помогают здесь, в этом нелегком бою. Опа, и, опа, у нее тоже какая-то маска-невидимка. Да, что-то у нее такое есть, но пока дамага она нам не наносит. Слушай, ну пока... Ой, смотри, она хотела выстрелить нас как-то, да? Да ладно, что это было такое? Ага, она уходит в невидимость, ребята, это прям от рыси у нее такая способность. Да, а где она есть вообще? Такая способность у нее. Ой, так, ты посмотри, это круто. Отлично. Сейчас есть, попадем. У нее восстановление здоровья такое же, как и у нас, кстати говоря. Только да у нас ладно. Почему-то еще не срабатывало ни разу. А почему? Потому что мы не очень много дамага получаем. Пока что неистовство срабатывает. Это очень хорошо, потому что я переживал, что оно совсем поддулось у нас. Не-не-не. Ох, выстреливает, ребята. Но мы собираемся и бьем мощной атакой. Слушай, куда она так далеко отошла? Маги? Ой-ой-ой, смотри, слушай, прикольный прием на самом деле. Очень прикольный прием, ребята. Ай-яй-яй, хотела нас задамажить, но мы побеждаем в первом раунде, и у нас второй раунд на подходе. Да, мы оказались не такая уж-то прям и сложная. Ух, ребята, это хорошо, что мы здесь не будем страдать вечность в этих боях. Смотри, а у нее срабатывают там броня, еще какая-то маска вот эта, я не знаю, что это такое, ребята, напишите, кто знает. Вот броня, это понятное дело, а вот что за... И, слушай, постоянно срабатывает. Да, ребята, постоянно срабатывает. Мы атакуем ее, броня вообще. Мы уже стиля брутал достигли. Как это вообще возможно? Обычно у нас такого не бывает. Да, а у нее... О, наконец, неистовство.
Отлично, Нистуси немножко попали. Достигаем ее, достигаем. Ой, она что-то подпрыгнула так низко. Ай-яй-яй-яй, какая мощная. У нее две магии, что ли? Я не знаю, сколько у нее магии. У нее и невидимость. То есть, может, у нее магия вообще всех противников, всех боссов. Может быть, она такая эпичная. Я уже думал, что мы ее да вот ладно. Этими ударами все-таки допинаем, но второй раунд она нам не дала себя одолеть. Ох, ребята, не дала. Надо мощно сейчас атаковать и непромедлительно просто, потому что у нее очень мощная магия. Очень мощная магия и куча брони. Магия нас подкосила, я ничего не могу сказать. Это жалко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, опять магия, ребята, что же творится-то такое? Да, и у нас восстановление здоровья наконец-то сработало, хоть немножко нам помогает эта штука вся. Очень помогает, комбо 5, ребята, хэд-хиты просто сыпятся, критикал, по ногам мы не попали. Мы постоянно атакуем, она урон космический от нас получает. Но при этом держится очень хорошо, ребята. Второй раунд намного сложнее, чем первый был. Это уже третий. Ой, третий раунд. Вообще неистовый какой-то сложный. Но чуть-чуть осталось, да. Да, 9 комбо, ребята, под конец. Я просто аж замолк, и у нас спасение, кстати говоря. Ачивка. Да, ачивка, но я думаю, что много мы там не получим. Ох, ребята, это был сложный бой, ничего не могу сказать. Очень сложный, ребята, 1200, кстати говоря, у нас не хватит на апгрейд. Нет, нет, что происходит? Где я? Как я здесь оказалась? Говорит Мэй. Дыши глубоко, Титан похитил тебя, но тень бросился в погоню. Возьми себя в руки, у нас еще будет время поговорить о том, что случилось. Что? Что я наделала? Говорит Мэй, смотри, она уже не темная. Да, она уже плачет. Наш враг оказался куда коварнее, и в этом нет твоей вины. Но довольно разговоров, ты должна уходить, пока не поздно. Назад в мир людей. Но как я могу остановить тень, оставить тень одного? Иди, это его выбор. Тень пришел освободить тебя. Мы поможем положить конец всему этому. Действуй, тень. Давай, тень, жги. Титанчик, вот он нарисовался, демон. Твой мир стоит на краю пропасти, тень. Он существовал веками, не ведая, что участь его уже решена. Стать плотью и кровью новой империи. Вот так вот. И когда ты пойдешь, я дам тебе время, чтобы увидеть финал этого мира и рождение нового, чистого, дикого, бескрайнего моего мира, говорит Титан. И опять он принимает наш вызов, ребята. Интересно, он ли будет сейчас или все-таки кто-то еще? Всего лишь одну монетку мы получили. Слушай, может, нам хватит на зачарование? Пять. Так, все еще пять остается. Все еще пять, ребята, все еще пять. Так, а что по оружию у нас? По оружию у нас 2300, да? Не хватает. Слушай, ну, по крайней мере, хотя бы защита у нас на максимум проапгрейжена, это радует. Это, мне кажется, дало нам преимущество в бою, на самом да, деле. Да, немножко, мне кажется, без нее было бы сложновато. Ну что же, идем в бой? Ребята, ну наконец-то Титан принимает наш вызов. Вот он, этот долгожданный бой. Огромный, огромный, мощный Титан. Титанище просто, я бы сказал, ба. И бой века, ребята. Смотри, какой музон, ты слышишь? Ничего себе, ты что принес сюда, дядя? Вот это да, ребята, что он за демон-то такой? А наши серпы молоты идут в бой. Слушай, ничего себе, а чё он так мощно-то нас бьет, а? А чё он вообще здоровый-то такой, а? Еще и головой дамажит. Ребята, это просто... Ох ты, какой захват! Как красиво он это делает! Я наслаждаюсь! Эпично, эпично, мега эпично! Мы вообще отнимаем ему хелси? Я что-то прям засмотрелся. Ты смотри, смотри как зажали. Зажали просто. Да ладно, давай его так и пинай. Это лайфхак. Это лайфхак, ребята. Это пасхалка. Смотрите, что мы делаем с Титаном. Да просто ладно. Просто зажали. Зажали Титана. Вот чё? Это да. Да ладно. Правда? Это правда? А, вырвался. Ребята, как-то... ну это было просто мега эпично. У кого были такие моменты, напишите в комментариях. Команда Detol просто зажала Титана в угол. Да, реально, зажали Титана в угол. И а еще вот раз так еще получится? Раз, интересно, получится зажать его? Да ладно! Да ладно! Да, да ладно! Ребята! Короче, Титана нужно прижимать к стенке и мочалить. Вот это секрет. Да, вот это да, ребята. Кто мог знать, кто мог подумать, что такое может произойти? Он, походу, прыгать не умеет, понял?
Да ладно, а, да, да. У него просто очень здоровая, здоровая молотильная доска. Я даже не знаю, что это такое, что он делает. Ой, что он делает? Ай-яй-яй, он захват сделал какой-то просто неистово мощный, мы возродились. У нас дерево, ой-ой-ой, это что такое? Так, давай в угол его зажимаем. Зажимаем в угол. Ай, не получилось, ребята, у нас два раза дерево срабатывает, два раза. Дерево спасает нас. Неистовство, ребята, неистовство. Ай-яй-яй-яй, и выбивает нас все-таки он. Обалдеть, слушай, ну, понятное дело, второй раунд, как всегда, самый сложный. Третий будет... Что же делать? Я не знаю, на чьей стороне третий будет раунд, а? Что же делать, ребята? Мощная атака, хотим зажать его в угол, но здесь что-то пошло немножко не так. Слушай, а бросок можно сделать титану? Я даже не знаю, ребят, главное зажать его вот здесь, вот зажимаем, да? Да, зажимаем на неистовстве, его мочалим, он в блоке стоит. Ай-яй-яй, пробился, ребята, пробился, смог. Слушай, а у него вот эта вот штука какая-то прям эпичная. Я даже не знаю, что это такое, это какое-то забвение, что ли. Но в углу он неплохо получает, я могу точно тебе сказать. Да, ребята, угол это то, что нам нужно, ребята, мы не даем ему вообще атаковать. 9, 10 комбо, 11 комбо, 12 комбо. Если бы он не применил бы свою атаку, ой, он съел у нас жизни, кстати говоря. Ах ты, едун жизни огромный, а? Да. Ну-ка, ребята. Давай. Ай-яй-яй-яй. Ах, как мощно, шок, ребята. Опять шок сделал. Да, здесь должно быть оружие явно последнего уровня. И я даже не знаю, и перезачаровывать надо, наверное, чтобы был какой-то неистовый еще. Слушай, говорили, что руты, да, корни... очень хорошо помогают. Помнишь, мы были на встрече, да, с подписчиками, и один из наших товарищей рассказал нам, что корни очень хорошо против него справляются. Но еще нам рассказывали про один лайфхак, да, там. Да, ребята, было такое. Когда дело. Дерево срабатывает, и он сам у себя отнимает жизни, какая-то такая штука. Были такие моменты. Так. Подождите, нам нужно зажать его в угол. Вот, практически зажали, но он вышибает нас, ребята, вышибает. Неистовство включается. Слушай, ну я не знаю, как здесь сражаться против него каким-то не быстрым оружием, потому да, что... Да. Здесь большое оружие вообще не кстати, ребята. Ну что ж делать-то, а? Что происходит-то? Ну-ка, титанище, зажмись ты в угол уже. Один угол мы пропустили. Так, высасывают все жизни нам, и это, по ходу дела, все. Нет, дерево. Все, дерево нас спасает, ребят, надо зажать его, зажимаем. Ай-яй-яй, куда он вышел? Он ушел вообще куда-то в сторону. И добил нас, ребята, да. Он вообще, куда, смотри, он встал вообще. Он просто слился с деревом с этим. Ребята, мега эпичный бой, просто мега эпичный бой, я даже не знаю, как его одолеть. У нас пока... Не удивляйся, Тень, вы люди живете в спешке, но я знаю цену времени. Может, это так и задумано? Может быть. Твои друзья и враги сейчас, они не видят и не слышат нас. Я остановил время, чтобы ты вдохнул полной грудью. Я дарю тебе еще один шанс. А, типа можно еще раз, да? Да, типа можно еще раз. Смотри, так, мы можем сходить, кстати говоря, заработать денег и проапгрейдить оружие, да? Да, но... Ох, ребята, но это сделаем уже за кадром. Да, это мы сделаем за кадром. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, мы обязательно одолеем Титана в следующих видео. С вами была команда Detol. Всем спасибо, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!